Приветствую. С вами снова включение из Торхев Студио. Небольшая очередная пятиминуточка о том, что у нас здесь происходит, последствиях нашего переезда. Ну и вообще, как у нас дела. Сегодня будет похоже немножко больше на рум-тур, но до него еще очень долго. Потому что мы все еще живем с бардаком на складе, на антресолях и так далее. Но зато мы уже покрасили нашу антресольку. Девочки разобрали костюмерную, ну, по крайней мере, ее часть. Соответственно, повесили вешало. Как я и говорил в предыдущем видео, шкафчики, из которых мы пытались построить стену, пока временно переехали сюда. А к нам приехал доктор, который закрывает вход в мою каморку. Там еще полный трэш, так что туда мы сегодня не пойдем. Зато вместо стены у нас организовалась парочку более аккуратных стеллажей. Примерочная пока еще без шторки и даже без рейлинга для нее. Привет. Девочки помыли, пропылесосили окна, по крайней мере, вот эту часть помещения. Пропылесосили даже внутри, то есть между рамами. А пришлось нам это делать, потому что здесь раньше была не столярная, конечно, мастерская, но распиловка ДСП. И не знаю, насколько вам хорошо будет видно, но везде, где есть щели, было просто адовое количество мелкой-мелкой древесной пыли. Не знаю, насколько видно на раме. Ну, в общем, все это пришлось открывать, расконопачивать, пылесосить там везде наверху, по всем вот этим вот полочкам. В общем, все выступающие поверхности были в жутком этом самом, в жутком количестве пыли. Все это делали мы при помощи такого вот монструозного аппарата. И вот, в общем, все помещение было вот в этом добре. Мы вынесли 3 или 4 таких ведра, в общем, пыли. И это мы еще не закончили. То есть вот еще от той колонны окна все пропылесосены. Шины. Пропылесосшены. А вот здесь вот, вот это еще все. Еще надо будет открыть створки и пропылесосить все внутри. Собрали небольшую welcome-зону пока. Поставили столик, стульчики, чьи можно погонять. Манекены тусят. Вот. Ну, вернемся. Там у нас еще. Там будет примерочная вторая для костюмерной, для проката. Наш милый уголок переедет туда. А для пошива, скорее всего, будет вот это использоваться. Что еще? В новом помещении пришлось немножко перекроить наш стол, чем мы, собственно, сегодня занимались. Он наконец-то уже установлен на место, фиксирован, все дела. Можно начинать работать. Но нам пришлось распрощаться с 5 сантиметрами от него, потому что пришлось плясать от окошек и уменьшать высоту. На очереди у нас стол для парогенератора, потому что за свою жизнь он видел некоторое дерьмо. В общем, скорее всего, да не скорее всего, я думаю, что даже завтра придется это все дело переделывать. Вот у нас есть такой вот прекрасный донор, шкаф, который нам достался от наших бывших соседей магазина Bad Cave. И вот он тоже уже побитый жизнью. В общем, будем завтра облагораживать, делать из 2 уставших предметов что-то более подходящее для работы. Ну что же, на сегодня-то, я думаю, все. Можно с вами попрощаться. И надеюсь, в скором времени мы сможем либо порадовать вас еще, ну, если вам, конечно, это нравится, порадовать вас какими-то новостями, что у нас еще происходит, потому что некоторые планы по благоустройству есть.
Ну, либо уже покажем, начнем работать. Все, пока-пока. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Зачем ее насыпали туда? Как же здесь еще до хрена убирать?